Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис. И сегодня мы поговорим о такой вещи, которая называется VPN. VPN – это подмена IP-адреса. Иногда случается так, что вы не можете зайти на какой-то сайт, вас ограничивает. Вот пример я на этом сайте покажу. И вот такая вот надпись выскакивает. Что при этом делать? То есть вам поможет VPN. То есть у меня он установлен. В расширениях. Сейчас я зайду в дополнительные. Дополнительные. И вот такое вот. Такое расширение. Hotpost Shared VPN Free Proxy. То есть он дает дополнительные прокси. Он появляется вот так вот у вас в браузере. Вы можете его запустить. И сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Все, больше ничего делать не надо. Здесь нажимаете «Нет, спасибо». И сейчас мы посмотрим, что при этом произойдет. Смотрите, я спокойно могу зайти на любой сайт, который ограничен вход мне. То есть я спокойно могу войти на сайт и на этом сайте что-то делать. То есть здесь вот я давно уже не был. Вот смотрите, сайт меня запускает. И я могу зайти и посмотреть, что происходит. Но на интернет-провайдер российский из-за того, что стоит ограничение, вы можете такие сайты не раскрыть. Иногда возникает такой вопрос, когда, например, мне пишут, сегодня мне писали, что не могут зайти на сайт суперкопилки. То есть вот на этот сайт по моей ссылке не могут зайти ни с чего. То есть здесь тоже вопросов особых тоже нет. Устанавливаете вот такое расширение. Расширение вы можете найти в Google магазине. То есть заходите, если у вас браузер Google, соответственно, вот выбираете вот это расширение и добавляете себе в браузер. Если вы в Opera, там есть специальные в настройках, специальные встроенный уже VPN Free Proxy, вы можете зайти туда и его подключить, и у вас все будет хорошо. Вы сможете зайти куда угодно на тот сайт, куда вас не пускает обычно ваш интернет-провайдер или ограничивает вход. Поэтому ничего сложного нет. Ссылку вот на это расширение для Google я оставлю под этим видео. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки и пишите свои комментарии. На этом заканчиваю. Всем привет!